Здравствуйте, друзья! Доброго времени суток! Сегодня мы продолжаем тему масел. Перед вами видите, какие красивые орешки. И рядом вот такое зеленовато-темно-зеленое масло. Это фисташки. Так что, друзья, это очень редко людей пользуются, наверное, практически вообще не пользуются, но это уникальный состав в этом масле, как и в самой орешке фисташки. Так что, друзья, я вам немного о нем расскажу, о его составе. Я не буду внедряться, где растет и так далее. Я просто, что фисташковое масло, оно хорошо и для еды, и для красоты, в косметологических целях. Так что широко применяется оно для, ну, в общем, косметологических целей. Добавляются в масла. В общем, благодаря этому уникальному составу. Там находятся вот такие вот жирные кислоты. Как во всех маслах есть жирные кислоты. Значит, жирные кислоты, они необходимы для нашего организма, для роста и размножения клеток. Значит, в нем находится, в этом масле, в этом орешке, находится такой гормон, как липидный. То есть он от природы сложен в этом молекуле этого зерна, а потом передалось маслу. Липиды занимают одно из важнейших мест в метаболизме, роста и развития, в правильном функционировании. То есть он как бы помогает, то есть это масло и орешка помогает нам в правильном функционировании нашего организма. То есть направляет как бы его. Также здесь находятся антиоксиданты. Ну, это вещество, которое необходимо нашему организму от свободных радикалов. То есть обязательно должно присутствовать в нашем организме антиоксиданты. Витамин А тоже уже известен. Для чего это? Для зрительное зрение, кожа. Витамины группы В, друзья. А группа В – это тоже необходимый элемент для нашего организма. Протекание нормальных обменных процессов в каждой клетке. Витамин В нам дает вот это. Нормальные обменные вещества. Минеральные компоненты. В фисташке находятся такие, друзья, компоненты. Это фосфор. Пальчики загибаем. Кальций, калий, йод, друзья, йод, марганец. В небольшом количестве это нам все необходимо. И там находится это все в небольших количествах. Ну, естественно, как и любой продукт, значит, польза и вред. Как и любой продукт, значит, есть тоже и вред. Значит, вред, значит, у кого есть, людям употреблять нельзя это масло, у кого есть желчнокаменная болезнь или индивидуальная непереносимость беременным, кормящим мамам. Вот совершенно несколько противопоказаний этого масла. Масло это, значит, для камней тоже на то, есть камень может пойти и застрять. Значит, вот поэтому, прежде чем употреблять, вы проконсультируйтесь с вашим лечащим доктором. Масло помогает также бороться с анемией. Так что вот он минимальное совершенно противопоказание. Так, далее, значит, с анемией, туберкулезом, друзья, болезнями ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, укрепление и омолаживает наш организм, способствует росту регенерации ногтей, волос. Значит, как я уже, значит, ускоряет обменные процессы. Значит, косметология для волос, ногтей, это просто вот
смазывание, смешивание, как я вам говорила в тех влогах, что смешивание масел это очень хорошо. Дальше, как применять? Применять нужно внутрь, сначала по, ну, я, как и любое масло, по несколько капель. А потом уже, пожалуйста, до чайной ложки утром за 20 минут до еды. Ну, еще перед едой. То есть, пожалуйста. А потом уже можно увеличить. Ну, дорогое оно, это масло, естественно. Сама фисташка дорогая, дорогой орешек. И, естественно, и масло будет дорогое. Также добавляется... это масло в салаты, полезные свойства, очень хорошее масло, также применяется вот эта рукосминология для лица. Значит, как оно применяется для лица, друзья? Для лица оно применяется, наносится, как обычно, вот, например, перед сном на за 10-15 минут, а затем вы смываете теплой водичкой. То есть, как бы, чтобы все туда впитало. Также масло, ну, в общем, делать маски для волос. То же самое, втирать в корни, ну, все это в волосы, в корни волос. И на 20-30 минут, чтобы они как бы укреплились. А потом, пожалуйста, смывайте, посещайте, принимайте душ в ванну. Фисташковое масло, так что... Очень хорошо пользуется у людей, кто следит за своим здоровьем и красотой. Красотой, то есть в крема, то есть в натуральном, то есть в крема можно находить крема, которые составы или сами делают. Сейчас очень много людей изготавливают сами крема и добавляют вот эти вот масла. Ну, эти масла можно заказывать в интернете. Я, например, не видела такое масло в магазине. Так что можно, не знаю насчет аптеки, но в магазине не видела. В интернете можете заказать масло. Сейчас у нас все через интернет. Так что вот такие вот, друзья. Так что... Пользуйтесь вот этими маслами, и они вам, в общем, это дары природы. Все, что нам дала природа, мы должны обязательно воспользоваться этими дарами. Не так часто, естественно, но пользоваться. Также находить в кремах состав там тех или иных масел. Если вам это напоминает, я как бы напоминаю, понравилось это, этот блог, вы можете более подробнее о нем узнать, для каких еще болезней. Я не перечислила, для каких болезней оно еще, я просто как бы коснулась косметологии и общем как состав, какого состав масла этого фисташкового. А вы, если вы хотите более подробно узнать об этом масле, пожалуйста, зайдите в сеть интернет и поглубже, как вам удобно, узнать о том или ином, при том или ином заболевании, которое нужно употреблять это фисташковое масло. Для красоты, пожалуйста, это вообще уникальное, девочки, кому за 21+, очень-очень полезно смазывать, у кого там проблемные, у кого там уже очень кожа такая шелушится и так далее. Пожалуйста, смазывайте этими маслами, этой или вот теми, которые я перед этим рассказывала в влогах, посмотрите. И если вам еще более подробно хотите узнать, пожалуйста, зайдите в интернет и ознакомьтесь более подробно. Это я вам как бы напоминаю. Друзья, не забывайте о маслах. Их очень много. Я еще не все масла вам перечислила.
постепенно я буду вам о них напоминать. И вы, друзья, пожалуйста, следите за своим здоровьем, и оно будет только в ваших руках. Спасибо, друзья, здоровьем, до новых встреч, пока-пока.